Всем привет, доброе утро. Мы идем ловить рикшу. И я хочу съездить в аптеку, купить Angel еду, потому что нам еще на сегодня, возможно, завтра хватит. И все. Две пачки, которые я покупала, они уже закончились. И хочу купить бутылочки, потому что я забыла щетку для мытья бутылочек. И они, в общем, уже завонялись, от них не очень хороший запах. Поэтому я куплю, возможно, щеточку, если там будет, и две новых бутылочки. Ну и памперсы тоже докуплю. Хотя она тут у меня редко в памперсах, хоть сейчас только одела. А так у нас тут жарко, и она в основном так. Также еще во время начала нашего отдыха я купила крем для Angel. Она мне чуть загорела. Очень многие зрители спрашивали меня за этот пляж, как много тут коров, собак. Вот, вы можете видеть здесь коровы, но это только в одном месте. Нет такого, чтобы они гуляли по пляжу. Я, по крайней мере, за эту поездку, за эти 5 дней, я не видела. Они вот здесь вот сидят себе, никого не трогают. Собак много, конечно, но они здесь очень добрые, очень милые. Вон, кстати, пробегает собачулька. Вчера я покупала еду. Так как тут нет, ну, мяса такое, на чтобы собакам можно было, я купила бисквиты им, 3 штуки, покрышила пакет все и кормили мы с Энджел собачек. Молочко пьет, смотри, Энджел, ребеночек пьет молочко. Маленькая, да, коровка. Что там? Excuse me, where is Otto? Otto. Where is Otto? Voila. Otto or bike, something like. Bunny. Mm-hmm. Bye. Hello. Good evening, I'm going to. Bye. Ha, pharmacy. Just go and come a pharmacy. You want tuk-tuk? Tuk-tuk, bike. Kit now? Я разозлила таксиста, он мне говорил 400 рупий на машине до аптеки, ехать 5 минут. Я говорю, ты что, дорого, конечно, я лучше Ото возьму. Он мне, ну окей, 200, я говорю, ну хотя бы 150. Долго очень торговали с ним, он злой сейчас, но он говорит, ладно, поехали. Поэтому преимущество, когда знаешь хоть чуть-чуть хинди. Куся, смотри сюда. Энджел, только не кушай, пожалуйста. Ой, молодец. Нет! Нет!
Angel? Вай, да? Кузя! 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 Что это, грязнулик мой? Angel, Angel, ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟਨੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟਨੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਮਚਾਉਣੀ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋਰੈ ਨੀ ਵੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ Ребятки, мы идем кушать. У нас уже 5 часов вечера. Я сегодня ела только утром. Как-то не хотелось. Я заказывала себе алупарату. А сейчас хочу заказать тали, потому что прям сильно проголодалась. А тали я наемся и уже навряд ли буду сегодня есть. Я не хочу есть на ночь. Все, мы идем уже, да. Идем. Поменяла Angel памперс. Мы сегодня так классно купались. Замечательно вообще. В следующие дни обязательно буду снимать, показывать вам. Хочу сразу сказать всем моим подписчикам, у нас уже солнце садится, прохладненько. Так, ну, не то, что прохладненько, жарко, но ветерок есть. Хорошо прям на улице. Поэтому я не надела бейсболку. И Angel не одела.
панамочку, потому что у нас уже сходит солнышко. А так мы всегда купаемся в Панаме. Пришли мы сами в ресторанчик. Он находится не на пляже, как сегодня я ела, где меня пытались надурить и сказали мне на 50 рублей больше цену. Я спросила, что такое. Они, ой, извините, мы вам написали не чай, а кофе в чеке. И, в общем, такое тут часто бывает. Пытаются надурить, надо проверять постоянно. И этот ресторан, там, где я кушала, что такое? Чего ты все время плачешь? Сейчас нам фрукты принесут. Специально для тебя заказала фрукты, да. Я буду есть вечтали, здесь стоит 150 рублей всего лишь. Это вообще отличная цена, я, конечно, посмотрю на качество, но мне кажется, нормально. Просто ресторан находится немножко внутри, не на главной улице, не с видом на море, а вот на дороге. Поэтому, ребята, надо ходить, смотреть, и можно вкусно поесть за нормальную сумму, а не за бешеные деньги. Всем привет, дорогие друзья! Вчера вечером был очень сильный ураган, дождь, ветер, очень сильные волны были. Посмотрите, все посносило. Упала пальма. Это просто... Только посмотрите. Прямо возле нашего дома, вот. Честно, мне было очень страшно вчера. И... Все рушилось, я там думаю, что тоже что-то попадало. К нам пришли соседи и сказали, если вам страшно, можете перебыть у нас эту ночь. И позвали меня вот туда, вовнутрь. Там это кафешка, и внутри комнаты, где они живут. И мы с Энджел там хоть поспали нормально, потому что было очень страшно. Я-то люблю дождь, но не до такой степени, что вот так все сносило. Куда мой крабик ползет? Ой, какая у тебя ласточка красивая. Это самые-самые прекрасные дни. Отлично промывает нос. Who is famous in this beach? Of course not me. Of course Angel. My baby star. Энджел, мама хоть впервые за эти дни искупалась, ребятки. Она переоделась. Энджел. Сейчас покажу, где Энджел. Бусинка, что ты там смотришь? Энджел! Вау, класс! Соль, да? Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Вот умничка, помогаешь мне, да? Молодец. Вот так, мой, правильно, мой, мой. Да, за мои зайчики трогать нет. Мы гуляем, у нас такая прогулочка.
Нельзя трогать. Хорошо? Прогулка по набережной. Нельзя трогать. Нельзя трогать. Мы идем вон туда. Это красивое место. И смешно? Мальчик бегает, да? She like when he jumps. इसके साथ में थोड़ा एक फोटो खींचो ऐसे नहीं नो नो प्ले प्ले यू प्ले आई प्ले Банана, давай, кусай. Кусай, мальчик, да? Дай вот банан. Бери, бери. Давай. Скажи спасибо. Папа, где надо? Ребятки, это моя подружка. Иди сюда. А? Энджел. Иди, моя хорошая. Иди, моя маленькая. Моя хорошая. Хорошая девочка. Хорошая. Каждый день к нам приходит. Эта вода не для... Что случилось? Бусинка моя, Энджел, смотри сюда. И море, да? Да. Красивый у тебя купальник. Да, спортивная моя девочка. Что ты крутишься? Что там такое? Hello.
Ку-ку! Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. What I gotta do to get through to you? I could never lose you. Maybe spend the night out on the town like we used to. We could sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm tryna connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. Shake it. Hello. 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 Ребятки, кормлю собачуль. Так аккуратно берут. Красотуля, иди ты, иди. Тут с Энджел пока играются. На. Где-то еще тут были собачки голодные. А дядя? На, на. Ну, малышка, хорошая такая. На, на, на. Вот, вот, вот. Так, тихо. Тоже собачки. Накормили, в общем, и собачек. Сейчас я пью холодный кофе. Блин, надо было мне разлить, как всегда. Thank you.
Молодец, ты молодец. Angel? Angel. Brrr. Brrr. Да. Да. Ух ты. Что ты там хочешь сделать, а? Соску уронила свою, да? Что мы будем делать без соски, скажи мне. Чудик. Энджел. Ай, шкодина. Ой, весело. Когда на ночь это? Энджел. Какая твоя цель, а? Нет, Энджел, нельзя. Нельзя, говорю. Ты зачем рвешь сетку? Ты зачем рвешь? Не, мы все равно залазим, да? Все равно залазим. Энджел. Шкодина ты, давай спать. Энджел, давай спатки. Все? Устала? Ты устала? Человек мой. А ну покажи, как ты только что встала. Энджел? Ты только что на ноги встала. А ну покажи, как ты сама встала. Давай, покажи, как ты только что остановилась.
Зайчка какая. Да, Анжел? Ольчик. Ой, собачка. Ой, ой. 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 Ребятки, сейчас на минуточку видео о том, какая у Angel сила. Это, если что, с моего носа. Она дотронулась просто слегка. Ребятки. Кормлю манипусеньких собачулечек таких. Иди, там чуть-чуть еще осталось. Мои хорошие, у меня все больше нету, нету, чуть-чуть было, чуть-чуть было. Ребятки, купила бисквиты собачкам, сейчас дам. Энджел, так, не рви. Друзья, сегодня просто невероятно прекрасный вечер. Очень классная атмосфера на пляже. Так бы каждый день. Ребятки, вот смотрю, радуюсь всему, что я здесь нахожусь, что я это все вижу. В то же время как-то грустно за наших детей, за тех, кто остался в Украине, за деток, которые родились во время войны. За тех, кто прятались в подвале. Когда мы в Польшу ехали, тоже сколько детей было перепуганных с родителями. Так хочется, чтобы поскорее наладилось в нашей стране, и наши детки тоже могли видеть это счастье. Ну, боже. Так, не плакать. Я делаю, скажи маме не плакать.